Жужиться — это значит однозначно такой стиль жизни. То есть, если раньше я себя позиционировал как спортсмен, ну, занимаясь там вольной борьбой, какое-то время ММА, то есть фитнес и так далее, то есть я себя относил как человека, который любит спорт и спортсмен. То есть сейчас, занимаясь как бы БЖЖ, то есть я себя хоть и чувствую спортсменом, но понимаю, что реально мой стиль жизни, в котором я хочу идти как бы всегда, всю жизнь. То есть у меня нет такого, что я какой-то период позанимаюсь, достигну чего-то и уйду. То есть я сейчас не гонюсь за регалиями либо за поясами, я просто как бы живу своей жизнью, занимаюсь БЖЖ, и это мне очень сильно нравится. А то, что я как бы могу выступать, конкурировать среди сверстников и тех, которые помоложе, это меня еще больше мотивирует, то, что как бы еще как бы есть порох. Как бы, да, это стиль жизни. Впечатление очень позитивное, сам подход к экзамену мне очень понравился, потому что изначально, когда мне поставили задачу сделать 10 связок по 3-4 более приемов, я только сначала думал, смогу ли я, знаю ли я столько техник, а потом уже в ходе работы понял то, что оказывается много чего знаю, как бы отточил то, что знал до этого, также добавил какие-то новые техники. И ну, понравился сам подход к демонстрации, подготовка. То есть ты уже понимаешь на выходе к экзамену, что ты действительно уже заслуживаешь пояс. А как бы нет более большой радости, чем то, что ты получаешь то, что, ну, действительно заслуживаешь. Поэтому впечатление очень такое позитивное. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway,
is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ну, как бы сами связки поменялись. То есть, если как бы раньше борьба у меня была такая ну, там, однозадачная, то есть я как бы нацеливался только на одну технику, либо сделать какой-нибудь там тейкдаун, либо просто обойти гард. То есть сейчас у меня в голове уже несколько задач, то есть там сделать тейкдаун, сразу же обойти гард. И то есть уже в голове ставлю не ну, как бы на шаг вперед, а на 3-4 шага вперед уже ставлю задачи. И то есть вот это вот как бы ну, мышление вот такое в этой борьбе, то есть оно мне очень нравится. То есть реально я уже осознаю, что это не просто борьба, это как бы реально игра в шахматы. То есть ты ставишь себе несколько как бы шагов наперед и идешь к ним. То есть ну, чувствую, что как бы борьба совсем изменилась. То есть я ставлю какую-то задачу, понимаю реакцию своего соперника и делаю уже контратаку наперед. То есть вот именно вот такая смысленность борьбы, мне она очень нравится. И уверен, что дальше будет еще больше, лучше, чему как бы очень сильно хочется прийти. Тем, кто только начинает заниматься, я посоветовал бы не спешить, не гнаться за поясами, регалиями. Посоветовал бы им дисциплинированно ходить. То есть, как бы,
путь осилит идущий, как говорится. Поэтому просто ходить, заниматься, улучшать свои техники, и все само собой придет. Главное никуда не спешить и как бы подходить ко всему с головой, осмысленно, чтобы не было травм и так далее.